Руки, дарующие жизнь. Известный казахстанский хирург провел 3 бесплатные операции детям из области ЖТСУ. Доктор медицинских наук с 40-летним стажем Нурлан Арын приехал в город Талдыкурган, чтобы на благотворительной основе прооперировать малышей в возрасте от 1 до 10 лет с различными тяжелыми диагнозами. Наша съемочная группа встретилась с мамочками этих деток и даже побывала в операционном блоке. Самому маленькому пациенту чуть больше года. Со слов его мамы, Асель Асхаркызы, страшный диагноз – пищевое отверстие – обнаружили в феврале этого года. Но симптомы и ухудшение здоровья наблюдались уже с младенческого возраста. Много плакал, не прибавлял в весе и постоянно срыгивал. Это очень редкий случай заболевания и опасный для развития детского организма, говорят специалисты. Мне даже побоялась раньше, как это будет, что будет, но... Сейчас он пришел, все объяснил, и чуть-чуть полегче стало, что это Константин, врач доверенный. Ну, вот эта болезнь у нас редкий случай, но думаю, это все хорошо пройдет, надеемся. Спасибо врачу, что приехал и возьмется за такую операцию. Мой сын быстро поправится, на это очень надеюсь. На чудо и умелые руки известного хирурга Нурлана Арына верит и мама Данислама Аялым Асембекқызы. У 4-летнего мальчика камни в почках. Патологию обнаружили, когда малышу было 2 года. За это время заболевание обострилось, и операция на сегодня – это единственное решение, чтобы избавиться от недуга. 3 дня нас готовили, капельницы ставили, анализы все повторно брали. Даже не ожидала, что детям... Вообще у детей вообще возможно, что камень, да, в почках. Редко же такое услышишь. Тем более 2 годика. Будем надеяться, что пройдет хорошо. Нурлан Арын, хирург общей практики, уже много раз приезжал в ЖТСУ, чтобы провести экстренные операции и поделиться опытом со своими коллегами. Ведь стаж профессора в хирургии составляет без малого 40 лет. В общей сложности на его счету свыше 25 тысяч успешно проведенных операций, из которых 1500 он сделал на безвозмездной основе. Что касается случаев талдыкурганских пациентов, то легкими их назвать было нельзя. Вот, ну, планируется в этот раз нас оперировать 3 пациентов. Такие все непростые пациенты. Одна операция сложная с попыткой сохранения почки ребенка маленькому на почке. Вот, там громадный камень, его уже эндоскопически не удалить, дробление не поддается. Вторая операция планируется ребенку с тяжелым пороком. Ребенок практически, сейчас ему чуть больше годика, у него весь желудок и часть толстой кишки расположены в плевральной полости справа. Надо оттуда все это вытащить, аккуратно выложить, разложить и так далее. Опять-таки, принцип операции – сохранением органов, не даже частичного удаления не производя. Это очень важно для маленького растущего организма. И третий пациент – это вот такой сложный пациент с заболеванием легких и печени одновременно. И вот у нас план стоит, что, возможно, будет коррекция такая одномоментная на 2 очень важных органах. Каждая из 3 операций длилась от 1 до 2,5 часов. Волшебные руки талантливого хирурга в очередной раз творят чудо. Впереди реабилитация, выздоровление и возвращение к нормальной жизни у ребят. Стоит отметить, в этом году хирургическая медицинская помощь детям оказывается в рамках 30-летия со дня основания школы-лицея номер 24 имени Мухтара Арына, отца известного хирурга Нурлана Арына. Эльвира Лекерова, Курманбаев, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган.